Сейчас Аринка будет себе идеальные бабки делать. Что это такое? Какой-то песок плохой. Остались ягодки, Артур, или нет? Поищи получше. Целый день пищал, кричал, бегал, смеялся. Вчера новое блюдо я делала, вот оно. Ну так гузёвник. Как там делаешь? Он языком ворочает и смотрит. Здесь универсальная мука и добавила еще кукурузные. Они такие плотненькие. Всем привет! У нас уже обед. Мы решили прогуляться. Детей на прогулку и маму тоже. На свежий воздух подышать пару часиков. Может, полтора. Мама, я одела перчатку, думаю, а что тут так? Вывернулась. Ну, вывернулась, это думала. Наш медвежонок в теплых штанцах, на улице прохладос, плюс 4, по-моему, только. Сегодня 1 ноября, каникулы в Аринке. Начались целых 11 дней. Классно? Классно же, ну классно же. Будет Артурчик играть. Солнца сегодня нет, ну нормально. На площадке никого нет. На этой площадке почти никогда никого нет. Сейчас Аринка будет себе идеальные бабки делать. Я, кстати, в это ведро его машинки засыпала, а потом бабку переворачивала, и он их искал. Вот он, видишь, засыпает уже мячик свой. Помнит, как мама делала. И мячик тоже засыпала в ведре, да. Артур что двигается, как медведь. Так смешно. Так смешно. Такие пухлые штанцы. Зато тепло ножкам. Давай нам идеальную бабку. И он стоит и ждет, потому что ему очень интересно. Да, Артурчик? Маме теперь полегче. Арина на каникулах. Можно вместе ходить гулять. До родов тут осталось чуть-чуть. Я забыла, походу, в школе свой бэк. Сейчас Артур нагуляется, поедем в школу, да. Физкультуру забыла. Поедем дома искать. Нет, нет. Дома нету, да. Сейчас Артур все будет. Артур в ожидании. Чудо, скажи, да? Ты же медленно делаешь. Артур, ну давай, иди смотри. Сейчас, чуть-чуть. Последний штрих. Ну-ка, ну-ка. Покажи, скажи, Артур, у меня мастер-класс, Арина. Красивой бабки. О, давай. Бабка готова. Так. Так, смотрите на него, как он ждет. А теперь? Артурчик, смотри. Ой, рассыпается. Что это такое? Какой-то песок плохой. Ой, что-то тут птиц так много. Воробьев прыгает. Артур, ты не видишь? Скажи, Артурчу, что это такое? Не получилось. Ну ладно. Песок какой-то странный. Артур, иди смотри. Подзови его, чтобы он это видел, как ты переворачиваешь. Артур! Артурчик, смотри, сейчас будет переворачивать. Смотри, бабка. Смотри. Вот, смотри, бабка. Давай скорей. Ну-ка, посмотрим. О, солнце появляется. Класс. Он занялся бутылкой. Там песок уже. Не нравится. Я выкину. Смотри, Артур. Раз, два, три. Артур, смотри, какая... Все, оно треснуло. Здесь мог. Песок. Там треснуло. Сегодня не получается, Артур, идеальная бабка. Ой, нравится. Ненадолго, да. Ну и напоследок качание в листьях, да? Привет. Качаются. Раз, два. Кидайте, сколько я сделала оборотов, и напишите в комментариях. Кто угадает? Кому я передам привет? Раз, два, три.
Приседайте. Посчитали, пишите в комментариях сколько. Артура почти не видно. Листья. Ягодки, ягодки. Остались ягодки, Артур, или нет? Поищи получше. Любит он это делать. А вон я вижу, не увидел Артурчик. Ягодки. Как ты думаешь, сколько есть я? Не знаю. Нашел ягодки или нет? Здесь есть, есть немножко, Артур. Ну что, добрались мы до гимназии, пошла Аринка уже искать свою форму. Ну, забыла. Что такое? Артучи тут уже вылазит. А, батарея почти села. Что, Арина, нашлась твоя физкультура? Нашлась. Не-не-не, не грызи, Артур. В раздевалке висела, да. Это хорошо. Все, пришли мы домой в 3 часа. Устали с нее, гуляли, катались. 2,5 часа нас не было. Ну, что ты делаешь? Ну, нет, что ты зубки оставляешь? Вот, смотри, это ж магнитик, глянь. Артурчик, тебе уже не интересно это? Рисовать хочет. Надо идти за этими, за маркерами искать. Там далековато. Ой, сегодня уже точно никуда не пойдем. Вот рисовать ему нравится. Вот, Вова придет скоро. Подождем его, потом пообедаем вместе. Артур еще раз спать лег 7:30 вечера. Носился, скажи, целый вечер с папой, пока мама была занята, да? Ну, вообще он вчера веселый был. Целый день. Пищал, кричал, бегал, смеялся. И днем не спал, вырубился начально 20:08. Вообще классно. Я тут уборочку сделала в своих швейных принадлежностях теперь. Хотя бы знаю, что где лежит. Прямо на душе полегчало. Вот так, что вот так вот. Вначале как-то заинтересовался, сейчас уже не очень, да? Ну, рановато еще, мне кажется, немножко. Ему нравится, он просто машинки катать свои, и все. Ну, и конструктор еще хорошо играет. Всему свое время, правда? И у нас все дома. Да, у нас обед. Вчера я не снимала влоги. Вчера новое блюдо я делала, вот оно. Это запеканка нутовая, но не с нутовой мукой, а именно с нутом перемолотым. Вкуснее, да? Подтверждаешь? Mm-hmm. Ну вот, салатик, картошечка. И вкус вот другой. Всем, короче, понравилось. А тебе понравилось? Мы обедаем. И вчера была у нас еще такая вот картошечка из духовки в специях. Вот, Артурчик в ужин остался. Вчера даже не притронулся, заснул. Сегодня доедает. Да? Заснул уже рано вчера. Вот сегодня кушает. Всем приятного аппетита. А вот это овощи с тыквой. Тоже классная вещь. А, кстати, как картошка фри. Ну, она мягенькая, конечно. Очень вкусно получилось. Лучше, чем жареная. Не надо ходить и перемешивать постоянно. Вкусно тебе. Алинка отрезает вкусный виноград. Артучий там гуляется с папой, хохочет. Давай еще запустим, давай. Ну так бульдоги. Вот эта машинка классная. Шикарно. Какая веселая, смешная машина. Как лягушка. Как лягушка. Попрыгушка. Давай еще разок. Ну да, не прогадала мама. Давай ты запустишь, давай. Давай, разгоняй ее. Давай. Кстати, в том автомате таких машинок уже нету, все. Разобрать. В автомате с игрушками. Денежку платишь и выбираешь, что тебе надо. Вот я ему тогда одну взяла. Их больше нет теперь, все. Давай, запускай. Давай. Ой, видишь, перевернулась. Давай еще. Я, видишь, толкать надо, так? Прикольно.
прыгает, как тараканчик, как кузнечик. Так тоже можно. Я запущу, да? У Артурчика тут целый, не знаю, шалаш выстроен. Да, я так построила. Кушай оладушку. Будем чай пить, кексы пеку. Оладушки напекла Ринки. Она ж не ест у нас кексы овсяные. Кстати, вкусненькие. И кое-что еще я там захотелось мне поджарить с нутом. Вкуснятина. Где клавиатура? Вкуснятина. Это я захотела. Ты любуешься собой. Зубки смотришь, Артур. Любит очень возле зеркала стоять, смотреть на себя. Где? Замазанная. Ты там делаешь? Он языком ворочает и смотрит. В общем, вот что я захотела. Нут у меня отваренный уже был. Вчера я оставляла. Вот, и капусту. В общем, я захотела жареной капусты. В итоге потом добавила нута и немножко еще смеси мексиканской. Именно жареного, что захотелось. Вот Аринкины оладушки. Классная. Здесь универсальная мука и добавила еще кукурузная. Они такие плотненькие, сладенькие, очень вкусные. И кексы испекла. Овсяно-яблочные. Внутри будут сочные. Где-то здесь есть бананчики кусочки и кусочки фиников. Это что, Артур не доел? Вот. Ничего у нас не пропадает. Все идет в выпечку, если что-то Артур не доедает.